чуть-чуть на себя повернула. Посмотрите, пришлось вообще раздеться, хотя у меня дурацкая футболка. Я просто хочу вам показать, как жарко. Вы понимаете, просто недавно я плакалась, буквально 2-3 дня назад, что дикий холод. Я, к сожалению, не могу стянуть маску, потому что, по идее, я вообще должна ее на носу держать. Но смотрю, они ничего не говорят. Но снять совсем нельзя. Вот. Но у нас еще ничего не отменили. У нас с 1 апреля как бы все отменится. Как бы. Но все равно, вот здесь все равно придется нужно маска ходить. Поэтому как бы тут вы уж не это... Меня не наезжайте. Но факт тот, что мне пришлось снять все. То есть я вообще в футболке. Рядышки, сейчас мы пойдем по паркам тут. То есть все, вы представляете, вся вилла, только первый этаж. Понимаете? Хотя там есть еще выше, но просто я предполагаю, что первое. Туда просто полы не так уж совсем. Ну, как уже не раз мы уже видели в этих костелло. Кстати, в основном всегда на одном только этаже. Сколько я уже не прошла бы этих костелошек, да, если только они сделаны специально нашими лестницы, то там нету перегородок между этажами. Ну вот, это надо принять, как бы, да. Вот, и, значит, в Корее, или вообще они не в таком состоянии, что невозможно их показывать, как бы. Вот, что это не будет похоже на людское жилье, вот и все. Поэтому вот мы буквально за полчаса мы все прошли. Я там пыталась снимать, но он за мной ходил вообще по пятам. Хоть и ничего не говорил, но, знаете, я старалась не особо распинаться. Короче, перевожу, и у меня новые мысли по поводу виллы. Вот помните, это, кстати, тоже к Рите относится, на... Так, а что, не переводится теперь? То переведись, блин. Вот какой противный этот телефон, слушайте. Придется соединять. Так что я сейчас переключусь и включу новое видео. Пришлось остановиться, переключиться, но потом посмотрю, может быть, я и не буду его прикреплять. Там я, если вдруг увидите вот это видео без меня, то я там просто постеснялась себя поставить. Просто я хотела вам показать, насколько я жарко, и я разделась вся. Вот, ну, не совсем догола, но до футболки. Вот, я хочу вам сказать, что я только что в этом видео сказала, ну, вот я говорю, что вдруг не прикреплю, что весь наш музей был на одном этаже, понимаете? Вот, я все сняла, он хоть со мной ходил, но разрешал. Ну, как бы ничего мне не говорил, как бы, поэтому я все сняла, но старалась помолчать. Но люди, кто меня смотрит, давно знают. Вот это же опять же символ нашей жижи, вот этот вот митровый такой знак, так называемая митра. На самом деле митра — это тоже жижа. И вот, пожалуйста, это мухи, или там летают не мухи, а летают там пчелы, да? Пчела тоже матка, да, смотрите. Пришла на поклонение. Что ей там летать, да, по идее? Они там летают, кстати, пчелы там летают. Смотрите. Что-то приносит, наверное, ей какой-то строительный материал, ветушки. А их там дофига. И просто это неоднократно. Вспомните, в воскресенье были пчелы, костелушки. Смотрите, сколько их там. Их там немерено. Пчелы. Кстати, пчелы, что у нас тут на гербе, как у кого-то пчелы, да? Как вы на это смотрите, что там пчелы вообще кучами летают? А вот, наверное... Что-то ей воск приносит, наверное, ей. Клей для нашей жижи. Целуют ножки ей. Короче, ребятушки, посмотрите, все нарисовано. То есть это какой интересный, да, планировка, да. У нее тут она себе выбрала место, да. Вот, посмотрите, вот мы только здесь могли, а там уже ничего. И посмотрите, там даже все, даже окна такие какие-то, даже непроницаемые. То есть здесь, если проницает что-то, а там вообще не проницает, понимаете? Вот, то есть он вообще очень, конечно, очень-очень странный. Вот, тут у нас все в жиже. И, ребятушки, вот насчет виллы я хочу поговорить. Вот я сейчас, когда я обращала внимание ваше, вы меня не поддержали тогда, вы меня тогда не поддержали, что я вам показывала вилла, такая-то вилла, сякая-то. Я вам говорила, что у каждой виллы, особенно Лаго Маджоре, да любое, хоть Лаго Маджоре, хоть Лаго Дикома, хоть какое Лаго, хоть море. Ты, если видишь какой-то дом чей-то, особенно в нашем стиле, вот наш стиль, это вот жижевый стиль, да, то написано вилла. А здесь вообще вилла де ла Реджина, хотя это, по идее, дворец, да. Но, смотрите, я вам, помните, тогда уже начинала эту тему, но так как меня никто не поддержал, то я она у меня. Ну, потому что очень много всего уже постоянно приходит, всяких открытий, что вилла, это в ней что-то есть в слове. Это не обозначает дом какой-то, какой-то определенный дом там, или там красивый дом, или большой дом. Вот. Это вот что-то типа, я не знаю, что-то вот место. Каким-то образом она вот это вот... Ну, как, может быть, там, может, мини-лаборатория, не знаю, может быть, мини-выходы,
потому что я вам говорила, что мне пришло в голову, что нас выпускали через кабинете, там, да. Может быть, виллы для тех были, кто, я не знаю, там, вышел, ну, там, хорошее место получил. Там же нас смотрители же, вот это все, как таковые считают, церквями, там, все там, ну, все, кто богатые, как бы, считаются, да. Как бы, типа, мол, у них там античные богатства. Это типа как это, смотрители у нее. Потому что, ну все, это же все сложно. Это для нас, понимаете, ребятушки, вот я вам говорю, что сколько раз я уже говорю, это для нас сложно. Нам сложно понять, потому что мы мелкие, мелкие животные такие, да, такие вот, ну, полуживотные, скажем так. Вот. Это очень сложно понять. И как бы кажется, в смысле, сложно понять нам. И кажется, что это все сложно. Но вот сколько я вам уже сложностей показывала и в макро, и в микро. И все время вам хочу донести, что для нее это вообще ничего нет. Я так думаю, что то, что мы видим, это еще, знаете, достаточно легкое, такое легкое, да, несложное, чтобы мы с ума не сошли, не обалдели, понимаете? Совсем уже, понимаете? Вот. Поэтому как бы нашим умом понимать вот это вот, вот как ее, как все вот это, все это вот для чего и как и почему, и зачем там, да, это не как бы не это, не нашим умом понимать это, видите, наш тоже чугун стопроцентный, да, просто вот идет труба, просто видно, как вот прикрыта труба, это кирпичная труба, которая вниз идет, вот. Вы понимаете, то, что мы видим вот здесь, это многоуровневые, уходящие вниз, вообще, не знаю, на сколько, строение, да? Ну, что-то там наподобие, там, я не знаю, там, муравейника какого-то, да? Грубо говоря, понимаете, грубо говоря, не вообще, не, то есть не принимайте, как сказать, как бы совсем уже, в прямом смысле. Ну, посмотрите, ну просто жижа застывшая, которая образует коралловый риф, да? И вот кальций, когда я начала кальций развивать тему, тоже я ее оставила. Почему? Потому что, ну, знаете, мой человеческий мозг не вмещает столько всего, чтобы еще вот кальцием заниматься, да, что-то там это... Что я понимаю, что в кальции что-то есть, вот. Она его очень сильно... И она вот в самом кальции, вот самой... Гипс вот этот, да, белое вот это вот. Но пока у меня не, как бы, дальше не идет. Тут молоко материнское, там, вот все молоко любое вообще, молоко любое, да, белое, да, тоже. Вот. То есть, ну, как бы, я же не могу все одна все эти темы сразу развивать. Хотя, я думаю обо всем. И вот вилла, это тоже ее жижевое что-то, слово, название. Это не просто дом, потому что можно... У них сколько дома обозначают? И палаццо, и каза, и эдифичо. То есть это столько можно словами обозначить дом, да? Нет, но почему-то вот именно вот такие вот домики, такие со вкусом сделаны, они обязательно именно... Виллы, понимаете? И вот опять же, я говорю, что вот опять же вилла Риджина. Посмотрите, сколько от этой строения, от этого, да, отходит. Там уже стена, да, смотрите, вот стена. Посмотрите, сколько стен, вот этих полукруглых, да. Да, удивительная здесь вещь, удивительная. Я вообще просто балдею от того, что я дошла до нее. Дошла и получила красоту. Получила то, что вообще... Даже не ожидала получить, то, что в последнее время у меня не было никаких таких этих, во-первых, контактов с жижей сильных, вот. И вот, пожалуйста, то, что все это кирпич, пожалуйста. Вот. Я говорю, что на любую корку она снимет. Корку, которую она свою-то снимает, корку, понимаете? А уж корку... Человеческую, вот это вот бетон человеческий, она уж точно снимет. Ой, ну это вообще... Там, кстати, опять круг наш, да, который идет колодец явно. Слышите, да? Ребята, и вот это, я вам точно говорю, вот это все сделано из ракушек, потому что в винарии я это сняла все близко. Это все сделано из ракушек, вот этот рисунок. Вы глядите, какие
да, конечно, то, что я говорю, это просто тянет на психушку, как минимум. Ну, что поделать, как сказать, что поделать не могу. Зато меня точно не уберут, когда кричат, что там всех вот этих убрали, которые там знания там несут, убрали, всех убрали. Вот. Как будто нельзя просто сказать, что это люди там сумасшедшие и все там не сумасшествие говорят. Вот надо убирать обязательно всех. Вот. То есть, а меня не надо убирать, потому что ну, я просто настолько. Я настолько дебилоидные вещи говорю, что никто не будет мной заниматься серьезно. Тут у нас мужчинка стоит и улыбается. Улыбается. Ракушки. Так, они туда? Так, они по этой стене пойдут, я поеду тогда. Схожу. Я просто мне пришла на ум, вообще тогда зачем она тогда мужчину создала, да? Вот так, если на то пошло. Тоже хороший, интересный вопрос. Нафиг он нужен, да? Да, у меня явно предвзятое отношение к мужчинам. Ну, ей надо было, значит. Посмотрите, вот это уже третий уровень, вы видите, третий уровень. Ребятушки, уже сколько? И ведь это в Версале также, и это и, в общем-то, и где-то в Петергофе также. Если посмотреться, все вот эти как бы фонтаны идут сверху вниз. Фонтаны, да? Как бы это вот называется парк. То есть всегда парк красивее, чем внутри, понимаете? Вот смотрите, здесь вообще прикольно. Я уже думала, что здесь вообще даже нет выхода. Ну ладно, есть хоть выход. Вот, пожалуйста, все наше кирпич. То есть вопросов очень много. Если вы меня будете мучить, я вообще, у меня тоже мозг взорвется, и меня выключат просто. Вот. И так, знаете, еле-еле на ладан дышу. Вот. Подойду туда, потом схожу туда. Сниму все сегодня. Все эти беседки. Вот так называемые беседки, да? Я, кстати, еще даже помню, когда в Петергофе была, саму себя вот помню, вообще чисто так глупый вопрос такой, почему так много, зачем так много беседок? Ой, этих беседок, не беседок, а ну да, вот это в парке, вот зачем так много всего? Зачем такой большой парк, вот? Да, ладно, здесь, например, там предполагается, что там весна такая, да, как бы, вот, но в Питере, например, да, или там во Франции, там тоже, извините меня, зима долго, не так уж прямо там все время лето, но везде же одно и то же, везде одно и то же, как по шаблону. Ну, шаблон-то, я вам говорю, одинакового шаблона нету, но шаблон такой, такой шаблон в общих чертах есть шаблон. Вот. Эти моли. Сейчас я его сделаю короткое видео. Вот скажет, моли, ты со своей моли она заколебала уже. Я помню, там это моли сделала такое красивое. Так и то мне поставили, и тут тоже. Что это? А, это бумажка. Сейчас пойдем сюда сходим. Видите, как тут все. Посмотрите, как все тут. Дорога туда, дорога сюда. Вообще. Короче, я сегодня свалюсь. Вот опять все в жиже. Смотрите. Все в жиже, в вибрациях. Даже там жижа. Даже там жижа. Собачка. Жижа везде. Смотрите, какой. Спуск, да? Трава на это пути опять. А? Смотрите, какие. Посмотрите. Спуск вообще. Посмотрите.
Ну просто, просто все в жиже. Смотрите, смотрите. Одна сплошная жижа. Везде, на каждой маломальски. Знаете? Так, сейчас схожу туда. Покажу вам, какая вибрация тут на этих тоже. А? Везде вибрация, да? Везде вибрационные линии. Вот. Видите, наш гранит. Вот как здорово тут видно, как он образовался. Тут даже остатки корки видны. Ладно, заберемся наверх. Видите, корка. Смотрите. Поглядите. Вибрация как. Причем переходит просто в по. Ну, не везде вибрация прям прорисована хорошо. Знаете, видно, что это гранит, а не какая-то там подделка. Знаете? Жижа везде. Сегодня это, кто меня спрашивал про жижу новых из новых, так вот увидит все ее в своей красе. Так, ну я тогда сейчас на самом верху сделаю фотку. Тут даже у нас и гранит, посмотрите, да? Даже лестницы тоже с вибрацией, видите? Ой, тюльпаны. Офигеть. Видите, все в тюльпанах. А, можно зайти, можно дойти до сюда. Так еще даже наверх можно подняться, видите? В никуда уже. И тоже в жиже, кстати, закрыта. Ну куда-то вот идет, кстати, дорога в никуда, на, знаете? Нет, там, кстати, знаете, там замок, вот этот, который красный. Замок, видите, туда идет. То есть лестница идет в никуда. Ребята, я нарушаю закон. Посмотрите. Видите, еще замок и лестница. Видите, стена. А? Смотрите, какая красота. То есть я, видите, зашла за веревку, на которую нельзя заходить. И вот показываем, это просто невероятные кадры. Все в линиях, все в стенах, все в вибрациях. У меня уже скоро отсохнет язык это все время повторять. Но у каждого, как это Лобковскому приходится, тоже свои теории. Там же не то, что ты же, как сказать, одно и то же часто говорю. Посмотрите, как тоже лучи, да, от этой вот. Раз, два, три, четыре, пять. Пять лучей. Вот. Так, сейчас я сделаю видео от этого вида. Я надеюсь, они сейчас уйдут, потому что надоели мне люди. Вот никого нет. Нет, прислали ко мне эти девки. Потому что они разговаривают, блин, разговаривают с парнем по телефону и мешают мне видео делать. Ну и к тому же я просто хочу водить. Они встают прямо на самых этих. Ой, посмотри, какая камера, да? Так, может, уйдете уже, а? Но все-таки вы заметите, что все такое вот супер наше, все-таки рядом с По.
А пол у них вообще идет просто как змея, кстати. Если посмотреть на Торино, он как чуть ли не по кругу как раз ее обвивает. Так, ладно, ребятушки, я там еще, вот, вот видите, как, посмотрите, как штука торчит. Это все, видите, прирощено. Все вместе. Видите? То есть там еще один замок, как бы, да? Ребята, ну красота неописуемая. Неописуемая. Сейчас я пойду туда, но сделаю вам короткое видео. Пока-пока, сейчас еще тетка еще одна идет. Ой, не могу.